Всем привет! Видео короткое будет, как всегда. А о чем видео? Всегда есть проблема у отечественных двигателей под маркой DM1, применяемых на мотоблоках Нева, Угра, МБ90, ну и еще целый ряд мотоблоков, где применяется этот двигатель. Аналог Брикса. И беда у него какая? Плохо работающий кикстартер. Вот этот кикстартер, который зажимается усами, алюминиевый шкив, впоследствии стали делать пластиковый, но тем не менее хорошего в этом мало. Он постоянно заедает, шарики гремят вот в этой муфте, где находятся шарики, все это тарахтит, когда заводится. Постоянно требуются смазки, набивается пыль. Они клинят, проскакивают, не хотят работать. Ну и компания Honda давно придумала свой двигатель. И, собственно говоря, там было интересно использовать их кикстартер. Ну, кикстартер я взял с бугушного двигателя, который стоял на виброплите. Он пришел в негодность, потому что работал в тяжелых условиях. Ланкин. Вот. Немножко манипуляций. И все стало на свои места. Срезал родной кикстартер и установил этот двигатель. Приобрел несколько другой вид. Более современный. А самое главное, что теперь это назад возвращается хорошо, не шумит, не шуршит. Я еще не заводил, конечно, сделаю видео спуском. Просто хотел показать, что все возможно. Возможно такая вот установка. Всем благ и добра. Повторяйте, у кого есть необходимость.